Доброе утро. Вот я опять на работе, и у нас такая сказка. Снег валит. Сейчас 6 утра. Снега очень-очень много. Сейчас я возьму лопаточку. Я вам сейчас покажу ночную красоту. В Эстонии зима настоящая. У нас ее не было уже, не знаю, 7 лет точно. В 2011 или 2012 году снег некуда было убирать. Его было так много, что... Ой, вообще, люди зашивались. Засыпало так, что ходить невозможно было. Выйти из дома было невозможно. С крыш просто валило. У кого двускатные крыши, вообще было страшно. Ну, что нам сейчас обещают прогноз погоды, то это не страшно. Но как-то он не соответствует тому, что есть на самом деле. Вот это вот замок, что-то не видно ничего. Да, темно. Вот столько у нас снега. Красота. Сейчас я, наверное, с лица приду и покажу вам мызу, замок. Вот он. Сейчас я отойду и покажу. Там у нас аллея красивая, светится в огнях. Да. Тут у нас флагшток. Эстонский флаг висит весь в снегу. Тут у нас сугробы. И вот наш красивейший замок. Ой. И в нем школа. Вот он. Вот такая вот у нас красота в Эстонии. А прогноз погоды обещает минус 25 и без снега. Но у нас минус 6 и со снегом.